Хотя нет, подожди, он же подсвечивается. Вот он глазиком нарисован. ВХ. Усюка. Ой-ой-ой, так МКшку он использует на авторежиме. Просто сносит одного игрока и второго сейчас, естественно, также заберет. Это что, он настраивал читы? Он делал что-то запрещенное, незаконное, неизвестное? Как же больно он накидывает по Таказу. Какой нереальный урон. Давно я не видел Таказа, чтобы он так боялся врага. Друзья, привет всем! С вами Иракес, и сегодня мы посмотрим на Таказа, который, по его собственным словам, столкнулся с профессиональным игроком. И узнаем, победил он в этом противостоянии или нет. Но что-то мне подсказывает, что да. Так что, друзья, уж точно будет интересно. Поэтому располагайтесь поудобнее, приготавливайте вкусняшки. Просто напоминаю, что этому видео можно поставить лайк для моей поддержки. Ну и, дружище, если ты все еще не подписан на канал, самое время это сделать. Помоги мне развиваться, а я в свою очередь гарантирую, что тебе всегда будет что посмотреть, ведь видео выходят регулярно. Ну а мы погнали! Ну а в создании этого ролика мне помогли мои друзья из компании OneX. На их сайте большая линия на спорт и киберспорт, и при этом очень сочные коэффициенты. Если вы смотрите турниры по CSGO или футбольные матчи, то можете подогреть интерес к просмотру вместе с OneX. Ну а промокод RAKES даст вам до 6500 рублей бонусом при первом депозите, так что ссылочка на сайт и промокод в описании. Всем удачи и спасибо. Ну что же, стандартная игра для Таказа, соло против сквадов, но нестандартное начало. Мы видим, что он прыгнул на вот такую аренку, и здесь уже начинает раскатывать пацанов, которые перед ним оказались. Нашел дробовик, нашел АКМ и нокнул двоих игроков. Парни что-то там делают, сам Таказ их встречает приветственным огнем, говорит: ребят, вы тут не заблудились случайно? Они говорят: да нет, мы пришли за раздачей по щам. Он говорит: ага, ну тогда вы по адресу, я здесь за это отвечаю. И вот таких вот пацанчиков, которые просто бегают, не нашли ничего, спокойно разбирает. Единственное, что не может поначалу попасть с дробовика. Видимо, просто бегает без напряга какого-то, но тем не менее разбирает игроков. Тут что-то цели как-то помечаются красным. Что вообще происходит, если честно, не до конца понимаю. Но тем не менее, 3 фрага у него уже есть. Еще несколько нокнутых игроков не добито. Идет вовсю стрельба слева, справа. Он пока что не реагирует на нее. Пацаны все еще бегают. Дружочек, как ты до сих пор оружие не нашел? Ты что, не знаешь, где оно здесь лежит? Я, если честно, тоже не знаю. И поэтому, если бы бегал вот так вот, оказался бы на одной арене с Таказом, то искал бы и, наверное, не нашел бы. Кстати, вот он не заметил там игрока, который пробегал мимо, но его нокнули, и было бы неплохо добить. Вектор плюс 4x прицел забирает. 1 фраг только что пропустил, получается. А, нет, подождите, этот парень не из того же сквада, так что он его доедает, у кого-то стиланул. Но, тем не менее, 6-е убийство имеется, и я уверен, что сам Таказ этому очень даже рад. Начало неплохое, хотя можно еще, я уверен, понаубивать, потому что соперники здесь вроде как не кончились. Идут какие-то непонятные эффекты, и Таказ пока что не знает, где ему найти последнего соперника. Хотя нет, подожди, он же подсвечивается. Вот он глазиком нарисован. ВХ. Усюка, как же стало интересно. Но, тем не менее, парень, я думаю, был готов к этому. Пытался выйти с какого-то префайра, но не получилось у него это сделать. Тем временем, почему-то Таказ нам не показал еще 3 фрага. У него уже 10-ка, хотя мы остановились на 7-м. Вопросики. И еще мне показалось, или у него поменялся скин. У него же был фараоновский. Ну, может быть, он с кого-то его поднял. Я надеюсь, что Таказ не пойдет по стопам некоторых людей, которые в последнее время занимаются монтажерством в стиле босса Синпая. Он как раз таки за этим никогда не был замечен. Но нет, все вроде хорошо. Опять же, поменял обратно скин. 11 фрагов. Ну, может быть, 3 ботов там где-то убил и решил нам этого не показывать. Здесь люди очень заинтересованы в том, что происходит. Такие, знаете, как бабки какие-то приходят. И: а что это у вас тут? Я слышал выстрелы какие-то. У вас тут что-то интересное? Нет? Ну,
это, оказывается, им как раз-таки показывают, что ничего интересного нет, пока ты сам не придешь и не получишь по щам. Забирают еще одного игрока, это 12-е убийство для него в теории, зачем-то прокидывает гранату-бомбу, и вот здесь вот еще оказалось, у него за камнем человечек, ух-ух-ух, это граната-детектор, все, я понял, как она работает, она просвечивает всех игроков в области, и потом, если что, их показывает, но поскольку единственный враг это тот, которого так ослокнул, он его и не видит. Замечает еще одного игрока, настреливает очень больно, это 13-й фраг, видимо, тиммейт как раз-таки того парня слева, становится 12-м, ну, потому что предыдущий еще не дотикал, да, он все еще там ползает и отдыхает, Такас на него, похоже, решил забить, ой-ой-ой, ничего себе, как кто-то интересно разломал колеса этому багги, и гляньте, он все равно, ну, не то чтобы хорошо едет, но едет, поэтому, если вы хотите полностью дестабилизировать багги и не дать ему куда-то уехать, опа, в космос запускаемся, так вот, нужно ломать два колеса с одной стороны, тогда ничего не будет. Таказа, значит, мы запускаем в реактивный полет, он решает, что можно куда-то двинуться, после этого ничего, видимо, не происходило, поэтому он ездит и ищет, что вообще, где и как, берет себе дроп, это неплохо, МК-14, лично мое любимое дроповское оружие, и по совместительству самое сильное, мощное и жесткое оружие в игре, поэтому здесь начинается настоящий развал кабинетов, и для Таказа каждый соперник становится лакомым кусочком. Подъезжает Кимпу, видит автомобиль, понимает, что здесь кто-то может сидеть, тем более автомобиль-то со скином красивенький. Здесь опять же кидает гранату-детектор, и начинает подсвечивать игроков, которые не в зоне ее действия. Но главное, что в Кимпе никто не сидит. Кстати, очень крутая граната. Мне кажется, такую стоит добавить в ПК-версию, правда, чтобы она подсвечивала игроков не полностью, а хотя бы, ну, непосредственно на мини-карте или еще где-то, потому что, ну, это прям что-то супер читерно, что видно даже, как они двигаются, перемещаются. Ой-ой-ой, так МК-шку он использует на авторежиме, просто сносит одного игрока и второго сейчас, естественно, также заберет. Единственное, что не успел перезарядить. Но сама идея крутая, чтобы, знаете, никто не сидел вот в домах, никто не крысил, не отдыхал, просто берешь, кидаешь гранатку, понимая, что там сидит целый сквад, который ничего не делает, и спокойно забираешь каждого из них. Идея реально крутая. Что-то здесь были альтабы какие-то, мы видели вот эту вот картинку, что Такас выходил из PUBG Mobile, потом заходил обратно. Это что, он настраивал читы? Он делал что-то запрещенное, незаконное, неизвестное? Интересно, никто, если честно, не знает, но тем не менее, зачем-то из игры он выходил. Может быть, у него были какие-то на то причины, нам он, к сожалению, не рассказывает. Здесь мы видели, что автомобиль подъехал, еще горит какой-то огонь, видимо, молотов, пацаны что-то стреляют с Мосинки, я услышал ее знакомый звук, идет опять же граната, ой-ой-ой-ой, как же больно становится Таказу, он вынужден отойти похилиться, большая аптека у него по идее должна быть, но он жрет малую, здесь мы видим первого соперника, он нокает, второй выходит на него, он его тоже должен забирать, но доставаем кашку, что же ты стоишь? Нет, пока что с М-кой расправляется, все хорошо, третьего тоже замечает, но этот парень вообще какой-то был, ну, очень довольно слабенький. Кстати, обратите внимание, эта граната подсвечивает всех. Балансная тема тем временем. Она подсвечивает не только врагов, но и вас самих. Из-за этого враги вас прекрасно видят. Интересно, насколько это тогда становится уже не имбой, скажем так. Но не, крутая штука. Идея очень-очень кайфовая. Разработчики мобайла молодцы. Постоянно что-то пробуют новое, что-то вносят, что-то бывает слабенькой какой-то херней, что-то интересное, например, вот эта фишечка мне очень нравится, я прямо оценил. Здесь Такас не знает, как бы залезть к этому парню, вот, наконец-таки разобрался, думает, где твой дружочек, ты нам не расскажешь, а он уползает, зачем ты уползаешь, тебя уже никто не спасет, все, ты уже нокнутый, тебе осталось только, да, долежать свое и отдыхать. Собирает какие-то кассетки, вон она, действительно Мосинка, но, естественно, нельзя менять МК-14 на Мосинку, это кощунство, это по жопе тебе потом дадут.
Я все еще не понимаю, где профессиональный игрок. Кстати, обратите внимание, Такас не берет аук, много кто так делает из игроков, не знаю почему, но вот как-то не уважают они этот ган, хотя аук очень жестко стирает на любую дистанцию, он прям бешеный, и на мой взгляд он лучше М416, какую можно было бы заменить. О, глайдер, правильно, наваливай по этой крисе, которая летает и ничего не делает, давай, доставай еще МКшку, можно настреливать сэмки, все что угодно, главное просто снеси ему. Все хп, кстати, очень долго что-то у вас ломается глайдер, потому что в ПК-версии ему достаточно буквально одного рожка попасть, и я так понимаю, что Такас реально попал, но при этом чел на глайдере все еще летает и чувствует себя довольно-таки неплохо, но вот здесь реально красавчик, потому что, ну, надо разбивать этих типов, они прямо напрягают реально, которые летают вот так вот все время, ничего не делают, на них никто не обращает внимания, они забирают топы, представляете, вот вы кровно... О, все, глайдер разломан. Красавчик, мое уважение. Вот вы кровно зарабатываете свои топы, бегаете, стреляете, наваливаете, а чувак просто отдыхает и ничего не делая получает топ какой-нибудь. Здесь, опять же, Такас прочекивает. Блин, какая же крутая штука. Сразу же подсвечены все враги, где кто находится. Такас изначально уже понимает это все, знает, куда выходить. Здесь соперники пытаются как-то его обмануть, что ли, сделать. Он прокидывает гранатку, но, правда, граната, я так понимаю, работать не будет, потому что она на этаж ниже. Нужно было вот в эту форточку кидать еще что-то. Так у тебя там сзади справа еще чел, нет? Или мне что-то кажется? Или Такас неправильно понимает эту подсветочку? Ну да ладно, она же как бы сверху над головой. То есть чел чуть-чуть ниже, братишка, ты что? Ну ладно, видимо еще не разобрался. Видимо еще не так, он прям опытно все делает. Опа, какой-то купол ограждения. Ничего, нет, Такас не хочет заходить в это. Такой что-то смотрит, не, какая-то херня, я не хочу. Это явно здесь какая-то ловушка. И идет огонь, Такас сам поджигается, очень неприятно, нужно кушать аптеку, предпочитает большие, кто любит большие, плюс в комменты, друзья мои, ну и здесь это дело такое, что Такас пока что не знает, что ему как правильно сыграть, достает еще один локатор, замечает этого парнишку, знает теперь наконец-таки его местоположение, он прямо за стеночкой стоит, его можно как-то раскидывать, тип сам выходит, это ошибка, потому что у Такаса есть МК. К-14, и понятное дело, что против этого гана ты никак и ничем не справишься. Здесь был еще когда-то один соперник, но Такас с ним как раз разминулся, и я так понимаю, что, может быть, это был про-игрок, тот самый, и его именно имел в виду Такас в названии видео, он просто так сам назвал видос, Такас, он, но он себя называет я, ну вы поняли, вот, и он говорит, я против про-игрока, и вот, я как раз таки думал, нас ожидает какая-то жесткая нереальная баталия, но битвы про игроков в третьем лице, похоже, выглядят именно так, что все стоят, и кто первый вышел, тот и проиграл. Может быть, вполне вероятно, но именно поэтому, например, в ПК-версии киберспортивные все мероприятия проходят именно от первого лица. Тем временем, Такас с помощью локатора находит еще одного человечка, знает, где он находится, и поэтому может выйти на него максимально агрессивно, тип сидит. Такас сейчас будет выходить на лестницу, лестница самая опасная тема, но нет, тип просто вообще дезориентирован, не знал, куда ему смотреть, и получает за это несколько пуль в спину, и это 20-е убийство для Такаса. Осталось всего лишь 5 соперников на сервере, было бы красиво сделать 25 убийств. Это довольно приятная, хорошая цифра. Ну и сейчас, я уверен, Такас, в принципе, может что-то подобное реализовать, просто ездя и смотря, где кто находится. Еще один чувак с МК-14 и авторежимом, может быть, это тот самый профессионал. Не знаю, но выглядит это интересно. Тем временем, Сэмки просто нокает 3x прицела первого игрока. Второй, тот, который с МК-шкой, пока что не активен. Сам Такас прокидывает гранату для того, чтобы посмотреть, есть ли кто-то в домике. По нему кто-то настреливает очень больно. Да, в доме кто-то оказался на втором этаже. Такас пока что не знает, как ему правильно сыграть, поэтому
просто стоит, отдыхает и чекает предыдущего парня. Здесь почему-то верхний не выходит. Такас это проверяет, чекает, решает сам на него выходить. Просто с префайра. Здорово, дружочек. Вот, да-да-да. Веселье, смешнявки. 416-я разбирает. Типа, как же больно. Он накидывает по Такасу. Какой нереальный урон. И здесь... очень-очень неприятно, на волосок от смерти был, а знаете почему выжил? Потому что у него есть фулл Т3 обмундирование. Я тоже очень много раз это отмечал, что всегда сильные игроки стараются взять дроп для того, чтобы иметь себе шлем и жилет третьего уровня. Это действительно решает, потому что здесь он бы уже проиграл. Но из-за хорошего армора, из-за хорошей амуниции он как раз чувствует себя нормально и может продолжать игру, где осталось два соперника, которых он как раз таки должен убивать. Ай-яй-яй, какая кривая граната, дружочек, но подсвети сам себя. Кстати, теперь же соперник, по идее, его прекрасно видит. Ну и это будут небольшие проблемки для Такаса. Или не видит? Подожди, над ним я не вижу вот этого вот маркировочки глазика. Интересная тема. Сам чувак прячется в смоках, пытается, может быть, поднять своего друга, может быть, еще что-то, пока не ясно, но это, по крайней мере, забавно. Слушайте, а было бы прикольно, да, то есть, если ты не попадаешь этой гранатой, то подсвечиваешь сам себя и вот такой вот некий элемент скилла. Если не можешь пользоваться, то будешь делать только сам себе хуже. Мини-14, ну, естественно, не будет брать, у него есть МКХ, который он почему-то не перезаряжает. Сам Такас вот решил немножко проспрейт смог, боится соперника, понял, что тут могут накидать довольно сильно, поэтому выглядывает крайне аккуратно, но тип ошибается, он просто бежит, правда Такас не наказывает его за ошибку, это очень плохо, потому что сейчас за это могут наказать его, не наказываешь ты, накажут тебя, здесь очень все просто, ну и сейчас посмотрим, так ли это сработает в нынешней ситуации. Пока что Такас зажался в этом доме, не знает, куда ему правильно перетянуться, посмотреть. Пока что имеет информацию только об одном сопернике, который его напрягает, которого он опасается. Давно я не видел Такаса, чтобы он так боялся врага. Но здесь пока топ как бы сам себя не возьмет. Знаете, нужно, естественно, играть аккуратненько. Идет еще один проверочный локатор от соперника. Похоже, что до Такаса он не дотягивается. Какой-то был звуковой эффект, но я так понимаю, это он его на монтаже подставил. Ну и здесь ничего не происходит длительное время. Прокидывает еще гранатку. Это что у нас было? Это обычная хаешка? Нет, это как раз таки опять же локатор. Опа, заметил, ля, радуется, что заметил его в тубзике. Ты будешь что-то делать? Нет, гляньте, сам не выходит на врага, очкует. Пытается как раз таки доиграть до топа. Ну хорошо, окей, мы это тоже уважаем. Все равно так или иначе эти типы уже друг друга не убивают долгое время. Значит, вполне вероятно, они как раз таки тиммейты. И 25 фрагов свои ты заберешь, как не крути. Чекает до конца этого парнишку. Опять же, вот, наконец-таки Такас теперь знает, что его просветили, что о нем имеется информация, что его видно сквозь стенки. Но это не повод выходить из этих стенок, потому что могут тебя расстрелять. И здесь как раз-таки идет стрельба между типами. Нет, МВП, хе-хе-хех. Вот этот вот парень забирает 25-й теоретический фраг у Такаса. Теперь их будет 24. Тоже неплохо, конечно же, но не такая красивая цифра. И Такас пока что подсвеченный, вынужден как-то обманывать игрока. Может быть, враг думает, что он залезет на крышу. Были какие-то такие потуги. Ну и здесь, видимо, вот это тот самый проигрок, которого мы ждали. Интересно, кто победит? Сможет ли Такас выиграть данную катку? Пока что у него все для этого имеется. У него есть хорошая позиция. Враг должен как-то выходить. Такас не умеет, походу, залазить на вот эту крышу. Это очень-очень плохо, дружочек. Надо уметь. В ПК PUBG, кстати, пофиксили эту фигню. Теперь туда практически невозможно залезть. Не знаю, зачем они так сделали. Опа, тебя подсветили. А, ты теперь снова видимый. Теперь ты не будешь иметь информации о сопернике, а соперник о тебе имеет. И может даже тебя поимеет. Осторожнее. Здесь Такас все еще не может залезть на дверь. Так сломай ты кусочек верхний. А, подождите, у вас не так. Да, вот у вас через эту штучку.
ну да ладно, замечает пока что, что не видит соперника, пока все очень-очень тривиально, но враг сидит, тубзики до талого, все, он проиграл, дорогие мои друзья, потому что зона его сейчас начнет выжимать, именно тогда, когда он видел Таказа, он должен был подбежать к этому дому и файтиться уже на ближних дистанциях, а сейчас, поскольку он не в круге, его туалет не в зоне, он проиграет, так что насчет профессиональности этого игрока я бы еще поспорил и узнал бы, точно ли это так, как указано в названии видео, да? Но и здесь, подожди-ка, пытается Такас его поймать, типа огрызается больно. Слушайте, делает какие-то вещи для того, чтобы выиграть в этой катке. Если еще и смоки прокидает во время того, как сейчас зона начнет его поджимать через 9 секунд, то я очень сильно удивлюсь, но мне почему-то кажется, что нет. Вот видели, как, как с парабоем вот чуваки общаются и работают. Там 200 смоков, миллиард всего, здесь пока что парень просто выбегает, просто так вообще, на морозе, чел, ну камон, ну куда ты вот это вот все? Да, по Таказу, кстати, он накидал много, еле-еле пережил он его, но за счет позиции тут было уже 100% понятно, это было легко. Ну, впрочем, как и всегда для Таказа. Надеюсь, друзья, что данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее, то, что досмотрели его до конца. Как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.